Здравствуйте, вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами я, Галина Топилина. Мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют многих и могут коснуться каждого. Сегодня мы продолжаем говорить о тревожных расстройствах. В гостях у нас психотерапевт Владислав Андропов. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлом нашем выпуске мы проговорили, что такое тревога, откуда берутся тревожные расстройства, как проявляются эти состояния. Сегодня давайте мы продолжим эту тему и затронем вопрос страхов, фобий и про панические атаки поговорим. Ну вот, начнем с фобий. Это тоже тревожные расстройства? Да, фобия относится к тревожным расстройствам, но уже специфическим. Это более такие изолированные состояния. То что есть, это значит? Может быть, например, аэрофобия, страх летать на самолете или там страх высоты, страх замкнутого пространства, страх каких-то насекомых, ну, конкретных или прям отдельных, ну, то есть всех или отдельных, страх животных. Это может быть страх открытого пространства, агорафобия, например. То, что вообще выделяется в отдельную, как бы, нозологическую единицу в МКБ-10. И еще есть социофобия. Откуда берутся эти фобии у людей? Эти фобии, они непосредственно связаны с образом мысли человека и с тем, как формируется его личность. Потому что личность – это некая такая основа для формирования вот этого фобического расстройства. Человек определенным образом воспринимает ту информацию, которая идет из внешнего мира, и интерпретирует для себя по-своему. В результате этой интерпретации у него возникает, например, страх. Ну, говорят, что все проблемы идут из детства. Это так? Фобии формируются в детстве или они уже, ну, в любом возрасте могут возникнуть? По-разному бывает. Тут больше, наверное, к моменту травмы имеет отношение. Травма, ну, психическая травма, она может быть в детстве, она может быть и уже во взрослой жизни. То есть человек мог, в принципе, всю жизнь жить, допустим, не бояться летать на самолете, но потом произошла травматизация, например, был полет на самолете, который очень был напряженный, опасный, возможно, была какая-то поломка, и после этого возникает аэрофобия. Насколько мешают эти состояния? Что происходит вообще? Какие процессы запускаются? Насколько они мешают, каждый человек определяет сам для себя. Если, например, ты летаешь на самолете раз в год, а может быть и реже, и интенсивность этого страха не такая высокая, что он тебе позволяет, в принципе, совершить полет, то, я думаю, здесь не надо ничего с этим делать. А если интенсивность этого страха такова, что ты отказываешься от каких-либо путешествий, связанных с перелетами, и тебе это мешает жить, то, я думаю, стоит с этим разобраться. Или, например, полеты связаны непосредственно с твоей работой и деятельностью. Тебе надо летать там, чуть ли не каждый день там, или несколько раз в неделю, а ты от этого начинаешь ощущать очень сильный дискомфорт, панику, различные вегетососудистые проявления, то этим надо заниматься, это надо лечить. Именно фобии, они относятся к тревожному расстройству, которое находится как раз по МКБ-10. И их можно вылечить, фобии. Да, да. Как можно справиться? Что? Ну вот давайте, что может человек сам сделать? Может ли он сам как-то справиться, победить эти фобии? И со стороны специалистов? Человек, я думаю, здесь может оказать себе, ну, такую вот кратковременную симптоматическую помощь. То есть это может быть и фармакология, но опять же зависит от интенсивности проявления данной фобии. Это может быть и фармакология, это может быть и различная, ну, так называемая поддерживающая там, психотерапевтическая помощь, самопомощь. Когда там, человек, например, отвлекается, перестраивает свое внимание, либо наоборот идет в этот страх и его анализирует, ему становится легче. Либо это какая-то фармакология, допустим,
либо выписанная врачом, либо безрецептурная, если такая помогает ему. Он принимает там, перед тем же, например, полетом или там, взаимодействием с этим именно объектом своего страха препарат, и ему становится легче. Все, что остальное дальше, так сказать, более глубокий анализ, по моему мнению, все-таки здесь нужна помощь специалиста, потому что до конца самому разобраться очень сложно. А вообще, в принципе, состояние фобии, ну вот как раз приступ, это преодолимое состояние? Ну то есть человек может как-то взять себя в руки и, боясь замкнутого пространства, например, ну вот поехать в лифте или там паука взять в руки? Так это вот именно и зависит от, ну скажем так, уровня выраженности этой фобии. Есть, когда фобия, она преодолима, и человек, например, может поехать в лифте, но испытать очень сильную там, тревогу, сердцебиение, но тем не менее совершить эту поездку. А есть, когда уже включается поведение избегания, и он тогда ни в коем случае не будет ездить на лифте. А есть какие-то последствия у того, что человек пытается вот, вести нормальную жизнь, игнорируя свои вот эти вот фобии и страхи, но при этом физиология показывает, что есть этот страх там, замкнутого пространства, высоты или так далее? Последствий, я считаю, здесь никаких нету. Мы же действительно можем избегать, если это не связано напрямую с твоей деятельностью, работой, ты можешь, например, не брать в руки пауков, если ты их боишься, почему бы и нет, в конце концов. А если ты работаешь непосредственно в этой области, там какой-то биолог, и тебе надо с этим взаимодействовать, здесь это будет иметь последствия. Это приведет, опять же, к усилению невротического состояния, либо надо будет менять работу. Почему страх – это заразно? Но, находясь, например, рядом в лифте с человеком, который боится замкнутого пространства, у которого наступает вот этот приступ клаустрофобии, почему окружающие тоже начинают впадать в панику? Не все окружающие начинают впадать в панику, а впадают в панику или, по крайней мере, начинают испытывать тревогу. Люди, которые тоже склонны к тревоге и, возможно, тоже разделяют его страх, просто не на таком выраженном уровне, а здесь идет такая подпитка со стороны. Угу. То есть это на самом деле не заразно, а просто у кого-то где-то в подкорке есть это. Про фильмы ужасов тоже мне интересно. Это же тот жанр, когда как раз вот оживают какие-то страхи многих людей, там, может, страх темноты или резких звуков, или там что-то, изобретательность у нас, кинематография такая. Зачем люди сознательно берут, включают и смотрят такие фильмы, и для кого-то это любимый жанр? Вот можете прокомментировать, нормально ли это? Проблема нормы и патологии, она определяется тогда, когда нарушаются вот эти вот самые адаптивные функции человека, когда это ему начинает мешать жить. Тогда это можно рассматривать как патологию. Если ему это не мешает жить, это не мешает жить никому другому рядом с этим человеком, то это не патология, это, во-первых. Почему смотрят фильмы ужасов, я думаю, здесь надо рассматривать с конкретным, каждым отдельным случаем, отдельным человеком. Мотивы могут быть самые разные. От того, что дай-ка я пощекочу себе нервы, испытаю, насколько я там устойчив к тем или иным страхам, переживаниям, до там, каких-то других моментов. Могут быть это и какие-то перверсии, сексуальные, нарушения, это могут быть какие-то навязчивые идеи, самые разные. Но некоторые сознательно идут на то, чтобы испытать страх какой-то спокойный. Чтобы произошло выделение того самого адреналина, и да, это в каком-то смысле это же стимулирует
организм человека, он хочет, чтобы у него произошло выделение адреналина таким способом, достаточно простым. То есть даже акрофоб может спрыгнуть с парашютом? А вот, кстати, если такое вдруг произойдет, на физиологическом уровне не может произойти каких-то необратимых процессов, ну там вот с сердцем что-нибудь, если... Но необратимые процессы могут произойти только в том случае, если у человека уже есть сопутствующая патология. То есть, допустим, в анамнезе есть инфаркт миокарда. И он себе за счет тревоги провоцирует сильное повышение артериального давления, пульса. И в итоге это может перейти в обострение этой сердечно-сосудистой патологии. А если этого в анамнезе нету, нет ни таких сопутствующих тяжелых заболеваний, то не будет ничего подобного. То есть здесь мы всегда рассматриваем, если приходит на прием пожилой человек и уже есть в анамнезе сопутствующие заболевания, такие вот тяжелые, то здесь, конечно, несколько другое внимание. Здесь обязательно назначается поддерживающая терапия, чтобы у человека компенсировать его состояние, привести его в норму. И работать еще параллельно психотерапевтически. Вы говорили про адреналин, про кортизол, гормон стресса, что вот это все именно на гормональном уровне как-то регулируется. Ну, получается, гормональный баланс тоже как-то влияет на развитие, на предрасположенность к тревожным расстройствам и неврозам. Да, это может влиять. Но мы в первую очередь, когда человек обращается с симптомами тревожного расстройства, мы его, конечно же, обследуем. Тут обязательно нужно посмотреть как раз вот эти самые гормоны, в том числе пролактин, такой гормон тоже есть, который вырабатывается гипофизом. Но нужно посмотреть надпочечники, гормоны надпочечников, исключить там в начале патологию, а потом уже идти уже в симптоматику, патологию, связанную с психикой. То есть избавиться от страхов и тревог можно уже и на гормональном уровне? Смотря причины страхов и тревог. Ну, если какая? Причина, да, такая, то можно. Да, причина может быть на гормональном уровне. Например, достаточно сейчас такое, по крайней мере, в моей практике часто встречающееся заболевание, это как микроаденомы гипофиза, так называемые пролактиномы, это эндокринные заболевания, когда образуются небольшие кисточки, которые повышают выработку пролактина. И если я вижу в анализе крови повышенный пролактин, то это для меня сигнал, что нужно сделать МРТ головного мозга, и либо исключить, либо подтвердить это заболевание. Если оно подтверждается, то я в первую очередь направляю человека на лечение к эндокринологу. Там он проходит это лечение, то есть это фармакологическое лечение, достаточно все успешно проводится. И потом уже смотрим, зачастую потом уже у них нету повода обращаться к психотерапевту или к психиатру. А есть ли какая-то взаимосвязь между тревожным, неспокойным ребенком и психоэмоциональным состоянием матери во время беременности? Ведь говорят, спокойная мама, спокойный ребенок, конечно, и наоборот, это конечно. Вот существует. Да, вот ребенок, он формирует свою психику, когда он смотрит, воспринимает окружающий мир. Кто для него в первую очередь такой вот объект, с которого нужно записывать, как мне жить? Это мать. А потом отец появляется. Материнский объект, отеческий объект. Это не обязательно будет мать и отец. Это может быть, человек может расти без родителей. Это будет, например, нянечка в детском доме. Другая нянечка будет отцовским объектом. Или кто угодно другой. То есть человеку необходимо, он эти объекты для себя воспринимает и с них записывает то, как ему можно лучше всего на данном этапе взаимодействовать с внешним миром. И если мама тревожная, беспокойная, то он и будет для себя записывать формы поведения того, как она себя ведет. И у этого человека
вполне вероятно, с возрастом, как бы с большой вероятностью, склонность к тревоге будет выше, чем у другого. Ну а если говорить про внутриутробный период, как-нибудь это формируется, передается от матери к ребенку? Тут тогда надо говорить о том, закладка, скажем так, если с первый триместр, там маловероятно, ну и то тоже, у тревожной мамы у нее будет повышен кортизол, адреналин, соответственно, это попадает, скажем так, это влияет там и на тонус матки, и на формирование плода, но там меньше всего. Больше, конечно, когда уже у ребенка формируется мозг. Это уже там поздние этапы беременности. Я считаю, что там это тоже оказывает влияние. То есть взаимосвязанные вещи на самом деле. А вот еще расскажите про тревожность и темперамент человека. Вот можно про это сказать? Есть же как-то более спокойные люди, есть более подверженные стрессам и каким-то вот, ну, вот таким вот влиянием такого настроения, состояния. Все-таки тревожность – это характеристика темперамента человека? Ну, тревожность – это не характеристика темперамента человека, но темперамент, он, конечно, влияет на то, как мы как раз-таки реагируем на внешние раздражители. Ну, общепринятые, да, 4 темперамента – сангвиники, холерики, меланхолики, флегматики и смеси этих темпераментов. О чем это? Это о как раз-таки проведении импульсов в головном мозгу, как электрических, так и химических, то есть вот, ну, как информация идет. И, соответственно, в зависимости от того, какой темперамент, ты по-разному будешь воспринимать вот этот внешний раздражитель. И это, ну, будет сказываться там, на твоей там, именно тревоге. Например, холерик, я считаю, что он больше склонен к тревожности, холерический темперамент. Меланхолики, они больше склонны к таким вот, скажем так, сниженному настроению, к таким вот проявлениям. Как взять себя в руки и не бояться там, где неуместно проявлять такие вот эмоции, и это даже помешает? Вот есть ли какой-то там, ну, не знаю, секрет, механизм? Как перестать бояться вот здесь и сейчас, когда мне нужно иметь холодную голову и здравое сознание, а у меня трясутся коленки? Так. Ну, я вот в прошлой передаче говорил уже там о нескольких там вариантах вот такой вот самопомощи, как это можно сделать. Но я вот считаю, самый рабочий, ну, это опять же человек для себя, он сам это подбирает. Я вот считаю, что очень такой рабочий вариант, по крайней мере, он мне подходит очень хорошо. То есть нужно сказать о своем переживании, сказать об этом вслух. Сказать, что да, то есть нужно самому себе признаться, что да, я сейчас испытываю тревогу, я сейчас испытываю там определенный страх. То есть об этом нужно хотя бы себе сообщить. То есть как это будет произнесено, становится уже сразу легче. Как некая такая вот печать снимается. Может быть, еще что-нибудь? Так, еще что-нибудь. Тем, кому не поможет это. Да, упражнение здесь и сейчас. То есть, что такое тревога? Это фантазия о будущем, что когда-то что-то произойдет. Либо совсем неизвестное что-то, либо это уже какой-то конкретный страх, когда человек себе представляет, что с ним будут происходить какие-то там страшные, постыдные, еще какие-то события. Нужно себя привести из состояния будущего в состояние настоящего. Это упражнение здесь, сейчас, ну, и у него много различных названий и подходов, но вот самое распространенное, то есть как себя привести в состояние здесь, сейчас. Нужно переключать свои анализаторы, то есть, например, начинаем со зрительного анализатора. Нужно для себя описать, где я нахожусь, в каком, допустим, помещении. Я себя описываю. Здесь, сейчас я осознаю, что я вижу, и называть предметы, которые вокруг меня стоят, что я вижу. Потом здесь, сейчас я осознаю, что я слышу.
и в течение 20 там, секунд называть все звуки, которые я сейчас вот в этом помещении слышу. Здесь сейчас я осознаю, что я чувствую. И, например, обращаться к тактильной чувствительности. А что я сейчас чувствую? Здесь сейчас я осознаю, что я ощущаю внутри своего тела. Это могут быть какие-то зажимы, какие-то напряжения, вибрации, боль. Это назвать. Здесь сейчас я осознаю, что я думаю. И назвать свои мысли. И также назвать свои чувства. Так вот мы приходим в состояние здесь, сейчас, в состояние настоящего. Насколько я знаю, этот метод хорошо работает и с паническими атаками, да, вот в состоянии, да, чтобы, да, справиться с этим состоянием. Да. А расскажите, пожалуйста, более подробно, что это такое, что происходит в организме у человека, и, может быть, есть какая-то у вас статистика, кто более подвержен, кто менее подвержен, и вот по количеству вот сейчас в наше время. Насколько это? Панические атаки, они, в принципе, так же широко распространены, как и тревожные расстройства. У меня сейчас нету прям такой статистики конкретной. Это очень, я думаю, и ни у кого нету, по крайней мере, в полной мере. Паническая атака отличается главным образом то, что она развивается очень быстро, и купируется тоже достаточно быстро. Ни одна паническая атака не длится там час, например, или несколько часов. Это, как правило, все идет речь о минутах. Это если брать саму паническую атаку. Там самое главное – это страх. Если в тревожном расстройстве это, как правило, тревога, она бывает такая, фоном идет, либо там немножко поднимается, усиливается – то здесь очень резкое колебание амплитуды, это прям сильно выраженный страх с пониманием того, ну, чего я боюсь. Либо ну, это прям состояние паники, это то есть более выраженное состояние, чем тревога, намного более выраженное. И там оно тоже вначале нету понимания, просто очень сильно я испугался, у меня паника. Но я пока что не пойму, чего я боюсь. Но тут же подключается сразу вегетатика. Это второе главное проявление панической атаки. Может колебаться давление. Как правило, у молодых здоровых это не функция, ну, как бы это все в пределах функции. То есть эти колебания, они, допустим, давление, это максимум 160 на 100 бывает. Выше не бывает. Если уже есть сопутствующая патология, то может быть и выше давление, там уже как бы идут еще и другие угрозы. То есть идет колебание давления, колебание пульса, пульс повышается там, до 100, до 110, до 120 ударов в минуту. Но это тоже, опять же, функциональное повышение пульса. Если мы представим себе, что ну, в тренажерном зале мы занимаемся на каком-то тренажере, там давление и пульс, в принципе, до таких цифр в норме повышается. А здесь в чем отличие? То, что такие повышения идут, но нету нагрузки какой-то физиологической. Ты просто сидишь, например, на диване, у тебя подскочило давление, подскочил пульс, появилось чувство нехватки воздуха или даже удушья. Кажется, что это удушье, хотя дышать ты все равно можешь. Это вот и есть паническая атака. Но еще ее очень важное проявление – это ощущение жара, это различные приливы в теле, то жара, то холода. Вот, это тоже зависит от того, ну, как бы у какого человека какая система там симпатическая или парасимпатическая преобладает. Одного в холод будет бросать, другого наоборот в жар. Приступ сам может пройти? Да, он сам и пройдет через несколько минут. Что может стать провоцирующим фактором? Ну, чаще всего вот бывает. Откуда это берется? Из мыслей человека. То есть может быть какой-то триггер, так называемый, который понятен только этому человеку. Ну, условно говоря, я могу ехать с человеком в машине, мы слушаем одну и ту же там мелодию по радио, у меня она не вызывает никакого эмоционального отклика, а у моего спутника она вызывает эмоциональный отклик
который, скажем так, формирует вот этот патологический механизм совладания с этим эмоциональным откликом в виде панической атаки. Нужно ли что-то делать с панической атакой? Вот она у человека, например, первый раз произошла. Что нужно? Это может, во-первых, войти в систему, либо на одном разе может прекратиться? И... Но если она произошла один раз, и это не превратилось в систему, то ничего с этим, я думаю, делать не нужно. Это просто прожилось, и человек дальше живет. Когда лучше к специалисту пойти уже? Когда это как раз-таки начинает происходить регулярно, это мешает человеку жить. Он начинает находить какую-то взаимосвязь своих состояний эмоциональных, ну вот с этим именно проявлением в виде панической атаки. Тогда нужно идти обращаться. Но, как правило, тоже сразу не идут к психотерапевту или к психиатру. Вначале идут к соматическим врачам, обследуются, потому что зачастую вот этот сильный страх при панической атаке, он запускает мысли о том, что, возможно, у меня инфаркт или инсульт. Эта паника еще больше усиливается, и, соответственно, когда эта паническая атака проходит, на ее выходе, как правило, человек либо обращается в скорую помощь, и до приезда скорой помощи эта атака уже купируется, но, тем не менее, все, скорая помощь приехала, и он начинает обследоваться. Ну, либо он потом идет все равно в поликлинику и начинает обследовать, там, допустим, свою сердечно-сосудистую систему или там, органы дыхания. Я хотела бы задать последний вопрос еще. Какие рекомендации можно дать родственникам, близким людям, как поступить себя, как поступить, если вот у близкого человека случился приступ панической атаки, как помочь, может быть? Если случился приступ панической атаки, самое главное, тут надо оценивать, конечно, показатели сердечно-сосудистой системы, это бесспорно, то есть давление это нужно измерить и пульс, чтобы не пропустить чего-то другого, например, того же самого гипертонического криза вместо панической атаки, потому что при гипертоническом кризе, при истинном инфаркте миокарда также бывает паника, там возникает у человека страх смерти. То есть, чтобы это не пропустить, нужно как бы помочь ему измерить вот эти самые показатели своей сердечно-сосудистой системы и быть рядом. То есть, если все-таки там все в норме, то достаточно быть просто рядом с этим человеком, чтобы он ощущал вот эту помощь и поддержку. Существует же у нас такая немного... Не немного. Вообще проблема обесценивания эмоций, да, близких, когда человек говорит, что он, его что-то беспокоит, и что очень часто мы слышим в ответ, что да все пройдет, да ты не переживай, да все хорошо. Так называемый токсичный позитив, да, вот есть такое? Да, такое есть. Поэтому вот я и говорю, нужно быть рядом. Тут как бы и с другой стороны не перегнуть, потому что бывает паническая атака, это как результат такого, скажем, желания человека обратить на себя внимание, получить как можно больше внимания. И если ты будешь ему давать вот это много этого внимания, с одной стороны, ты как бы будешь удовлетворять его, и для него это будет тоже неким таким механизмом, а ну тогда у меня и дальше будут панические атаки, почему бы нет? Я же получаю то, что я хочу. Например, это самое внимание, такое повышенное внимание. А если он, с одной стороны, не получает повышенное внимание, но, с другой стороны, и его чувства не обесцениваются, а с ним рядом близкий человек проживает его чувства, то как бы здесь все нормально. Надо быть чуткими и внимательными. Спасибо большое, Владислав. Пожалуйста. На сегодня это все. Вы смотрели программу «Разговор по душам». Всего доброго. До свидания.